интересного еще есть в глубинке? Много чего, да. Тут есть горы, рисовые поля, необычные строения, чистая вода. Это Ренки говорит с вами. Я хочу еще одну историю рассказать. С чего она началась? Я, как обычно, шла и смотрела на нашу глубинку. Так, куда пойти? Мест полно. Может, позвать своих друзей на прогулку? Можно. О, а это что? Пруд? Ну-ка. О, рыба. Может, на рыбалку пойти? Точно! Надо удочку найти и наживку. Сейчас. Я решила сделать свою удочку. Я взяла палку, взяла леску и крючок. Удочку я быстренько смастерила. После этого мне осталось только найти наживку. Я взяла хлебушек, а потом пошла к прудику, который я видела ранее. Иду на рыбалку, иду. На рыбалку я иду, думаю о рыбке. Удочку с собой беру и хлебушек для рыбки. Так, я на месте. Сейчас я буду рыбачить. Забрасываю. Вот, теперь я жду. Я стала ждать, когда рыба клюнет. Я стояла и ждала, смотрела на пруд, но рыба не клевала. Рыбка есть не хочет. Странно. Ловись, рыбка, ловись! Недалеко от меня шла Хатару. Она увидела меня и обрадовалась. Интересно, а что? О, это же Ренгачан. Ренгачан, привет! О, Нямпасу! Что ты делаешь? Ты рыбачишь? Да. А можно мы вместе будем рыбачить? Да, можно. Хорошо. Ты часто ходишь на рыбалку, Ренгачан? Не часто. Но мне сегодня захотелось порыбачить. Я сама сделала удочку. Смотри. О, ты молодец. А я сегодня хотела пойти к Кома-чан. Но ее дома нет. Может, она куда-то пошла вместе с Нацуми? Может быть. Слушай, я тут увидела один источник. Там можно воды попить. Ты видела его? Источник? Ага. Не помню. Ты покажешь? Конечно. Пока не клюет, я вижу. Ты еще ничего не поймала? Нет, не поймала. Жалко. Ты на хлеб решила ловить? Да. А почему не на червяков? На них, мне кажется, рыба лучше будет ловиться. Серьезно? Ага. Вон, кстати, червячок ползает. Так, тогда сейчас попробую. Иди-ка сюда, червячок. Сейчас тебя поймаю. Ага, попался. Ты мне поможешь поймать рыбку? Вперед! Как ты думаешь, на червячка рыба клюнет? Да, должна клюнуть. Надо только немного подождать. Ну да. Прошло где-то минут 5, и вдруг я почувствовала, что рыба клюнула. О, Ренгачан, клюет! Так, рыба, сейчас я тебя схвачу. Ох, тяжело. Я помогу тебе, вместе вытащим рыбу. Спасибо. Ну, давай. Есть! Есть, поймали. Ух ты, это же треска. Да, видишь, я смогла поймать рыбу благодаря тебе. Рада помочь. Хочешь попробовать поймать рыбу? Да, хочу. Вот тебе удочка, вот наживка. Хлеб. Хорошо, сейчас попробую. Мы с Хатару ловили рыбу. Хатару тоже поймала треску. У каждого было по одной рыбке. В итоге мы отпустили рыбу, а затем Хатара предложила пойти к источнику. И мы пошли. Хатару, а в городе есть источники? В городе? Нет, я не видела. Даже в парках нет. Понятно. Значит, в городе их нет. Но некоторые ездят в деревню и набирают воду там. Да? Но зачем? В городе есть вода. Даже во многих домах нашей деревни тоже есть вода в доме. Да, но дело не в этом. Здесь вода другая. Она такая особенная. Ни одна вода из крана не сравнится с водой из источника. Точно. Вода в деревне чистая. В городе чистую воду найдешь только в бутылках или кране. А в деревне можно и рыбу поймать, и покупаться. Здесь ничего не испорчено. Рядом природа. Это здорово. О, вот источник. Ренгачан, иди сюда. Так. О, да, небольшой источник. Ты права. Давай попьем воды. Давай. Ах, освежающе. Ага, вода хорошая.
Хорошо, сегодня порыбачили и к источнику сходили. Ага, может, сходим к Кома-чан и Нацуми-чан? Да, можно. Интересно, они уже пришли домой или нет? Не знаю, давай посмотрим. Давай. Мы вскоре пришли к дому, где жили Нацуми и Кома-чан, но никто не пришел. Никого нет, значит, никто не пришел. Ладно, значит, вечерком к ним зайдем. Спасибо за рыбалку еще раз, Ренге. Тебе спасибо. Я тогда пойду. Еще увидимся, Ренге. Пока. Пока, Хотару.